Antonio Tincini вам презента. Чтобы найти остановку на Пьенцу, смотрите, вот такая улица. Ориентир. Здесь такое шоссе под стеной. И вот такой магазин. Овощи, фрукты. И вот здесь, наверное, обратно приедет автобус. А вот остановка на Пьенцу. Мои любители прекрасного, приветствую вас на своем канале, и мы с вами приехали в Пьенцу. Вход в город. Не забывайте подписываться на канал, ведь каждую среду выходит новое видео про Италию. Как всегда, куча милоты. Как красиво. Валяются всякие. Ароматы стоят от сыра потрясающие. Пьенца – самый фотографируемый город Тосканы. Все лучшие фотографы мира и просто любители природной красоты прилетают на нее посмотреть. Non cercare di togliergliela. Ma qua non c'è. No, avrei beccato quel animale con quella scopatura. Ah no, era un trattore. Боги. Опять поражающая красота. В самой красивой долине Тосканы, Валь-де-Орче, создают сыр из овечьего молока с древнейшей историей. Да, ароматы здесь, конечно, потрясающие. Colori, suoni e profumi.
Comunque fate da anche il telefono, se vuole. Ho già salvato. Già salvato. История. Остановка в Пьенце. Стою, жду. Раньше назначенного времени подъехал автобус без таблички. Открылась дверь. Водитель с улыбкой сказал, что приедет через 10 минут по расписанию. К назначенному времени никто не приехал. Я прождала 30 минут. Вывод. Если автобус не приехал 10-20 минут от расписания, подходите к следующему времени. К чему такие мучения? Объясню. А к тому, что такси бы мне стоило 80 или 100 евро туда-обратно, а автобус 5 евро 20 центов. Не раз я столкнулась с жестокостью водителей автобусов, не только в этой поездке. Апероликцы. Да, sempre dritto, и вы на остановке или на парковке. Ой, как похолодало. Это после 50 градусов. Боги. Fabio, buonasera, sono Paola, l'amica di Paola e Giorgio. Просто режут картишки. Если будете выбирать город, я думаю, что лучше выбрать Пьенцу. Ну, тут, наверное, покрасивее. Но если на поезде, то сюда не так просто добраться. Поэтому выбирайте Монтепульчано. Пьенца обязательно к посещению, потому что она невероятно красива, и этот сыр. Но мое сердце Монтепульчано. Я люблю более харизматичные города, не просто картинку, и чтобы в городе были разноплановые развлечения. Скоро вы увидите серию про Монтепульчано, город, где снимались «Сумерки». Ресторанчиков.
симпатично. Информация может кому пригодиться. В пути от Монтепульчано до Пьенцы 25-30 минут. По дороге от остановки до входа в город, в ворота, есть огромный туалет. Вход 50 центов. Везде, где я была в каждом городе в общественном туалете, стоимость 1 евро. Интересно, что теперь многие туалеты автоматически. Бросил монетку, зашел. Тетеньки не сидят на входе. Очередь за мороженым. А я вам желаю отличных путешествий. До новых встреч на моем канале в новой серии про Италию. А вы досмотрите до конца. Там, как всегда, вас ждет очень важная информация. Смотрите, автозаправка, вот остановка, супермаркет, мальчик, девочка, девочка. И вот идете, вот ориентир — башня. Еще один ориентир — вот такая тетя. Она задумалась, ехать ей в Монтепульчано или нет, или сыр поесть. Вот наша остановка. И вас привезут вот сюда, на автовокзал. И увидите вот такую вывеску: на лифте или пешком. Автовокзал. Вид сверху. Идем дальше.